Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами поговорим о таком компоненте продукции компании Faberlic, как коэнзим Q10. Слово коэнзим говорит о том, что это ферментный комплекс, который участвует в выработке энергии в организме человека. И коэнзим Q10 является одним из главных компонентов этой системы, системы генерации энергии. А без энергии невозможна жизнь. Ни одна клетка не будет функционировать, если ей не хватает энергии. Коэнзим Q10 является одним из маркеров биологического возраста и маркеров старения организма человека. Его содержание с возрастом начинает резко падать. Почему? Потому что нарушается его образование, его синтез в организме человека. И, соответственно, возникает повышенная потребность в его поступлении извне. Коэнзим Q10 является жирорастворимым компонентом, поэтому он поступает в организм только в составе различных жиров. А жиры бывают разные. Наиболее ценные для организма человека жиры – это полиненасыщенные жирные кислоты. Именно с ними связывается коэнзим Q10 наиболее плотно, и именно с ними компания Faberlic и вводит в организм человека в виде такого продукта, как коэнзим Q10. В качестве жира здесь используется масло льняное белого канадского льна. Чем оно интересно? Оно содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот, оно содержит большое количество различных микроэлементов, которые также необходимы для организма человека. Ну и в следовых количествах находится достаточно большой витаминный комплекс, который присущ белому льну. Что делает коэнзим Q10? Он, попав в организм человека, разносится вместе с жировыми частичками по организму, захватывается клетками, в клетках попадают митохондрии и обеспечивает работу наших главных энергетических структур клетки. Любая клетка содержит большое количество митохондрий. И именно коэнзим Q10 обеспечивает переход той энергии, которая образуется при окислении различных продуктов питания, в ту форму, которая может потом эту энергию позволяет использовать организму. Эта форма называется аденозин-трифосфорная кислота. Накопление макроэнергетических связей, накопление химической энергии и передача ее в различные процессы синтеза, деятельности, движения, активности – все это функция коэнзима Q10. Больше всего потребность коэнзима Q10 испытывают те органы, которые работают у человека постоянно. Это в первую очередь сердце, которое сокращается непрерывно на всем протяжении его жизни. Это печень, поскольку клетки печени должны, с одной стороны, переваривать все то, что попадает в организм человека, и обеспечивать различные синтезы, а с другой стороны, оно должно детоксицировать, выводить из организма, обезвреживать шлаки обмена, переводя их в неопасное состояние. В-третьих, коэнзим Q10 необходим для работы нервной системы, поскольку нейроны являются одним из главными потребителями кислорода и утилизации кислорода в реакциях энергообразования. Поэтому коэнзим Q10 нужен, начиная от младенчества, от процессов созревания нервной системы, ну и фактически до старости человека, поскольку угасание нервной системы во многом тоже связано с дефицитом коэнзима Q10. Поэтому коэнзим Q10 является фактором, жизненно необходимым для человека. Я уже говорил о том, что он является маркером биологического старения. И чем старше человек, тем в большей степени возникает потребность в организме человека в этом очень важном питательном факторе. Поэтому всем людям пожилого возраста в обязательном порядке необходим коэнзим Q10, вне зависимости от наличия различных хронических заболеваний. А появление хронических заболеваний является фактором, который заставляет принимать этот препарат в более раннем возрасте. При хронических заболеваниях возрастной диапазон, когда коэнзим Q10 становится очень важным, становится меньше. Это где-то диапазон 30-35 лет. Уже начиная с этого возраста необходимо говорить о применении коэнзима Q10 для профилактики обострений хронических заболеваний. Но они, естественно, есть у многих людей.
Особенно необходимо отметить применение препарата коэнзим Q10 у спортсменов, в спортивной практике. И не только у спортсменов, а у всех тех людей, которые ведут в целом активный образ жизни, даже не считая себя спортсменами. Почему? Скелетная мышца является одним из главных потребителей коэнзима Q10. Тонкая координация движений, взрывная сила, она вся требует большого количества энергии и его быстрого освобождения. Процессы восстановления после физических нагрузок, они также требуют повышенного расхода коэнзима Q10. И поэтому, вне зависимости от возраста, если вы занимаетесь активной физической деятельностью, вы тоже становитесь людьми, которым крайне необходим препарат коэнзим Q10. Помните об этом и не забывайте о том, что компания Faberlic предлагает на рынке такой очень важный продукт, который сочетает свойства двух жизненно необходимых для человека компонентов – коэнзима Q10 и полиненасыщенной жирной кислоты на основе масла белого канадского льна. Теперь вы понимаете, для чего, в каких ситуациях вам необходимо предлагать этот продукт покупателям и всем заинтересованным людям. Вы понимаете, для чего он нужен и как его продвигать. Поэтому хотелось бы пожелать вам успехов и удачи в продвижении и реализации этого очень важного для людей пищевого продукта.